Новые названия получат один микрорайон, 9 улиц и 5 остановок. Так, микрорайон, не имевший названия, который ограничен с северо-востока загородным шоссе, а с юго-запада улицей Просторной, получит название «Северные ворота». В поселке Росташа, перпендикулярно улице Пражской, теперь будет проходить улица Евгения Чернышова. Улица, расположенная к югу от жилого комплекса «Времена года», теперь будет носить имя Рокоссовского. Новые переулки, пока также не имеющие названия, которые расположены на территории микрорайона Росташинские пруды, будут носить имена Керченский, Таманский и Таганрогский. Также название получат улицы на территории поселка Кушкуль. Ограниченные с востока улицей Казанской получат наименование Ивовая, Осиновая, Земская и Каштановая. Оренбург также украсит две мемориальные доски на фасаде здания областного дома физкультуры по улице Гая, 16. На фасаде здания областного дома физкультуры по улице Гая, 16 будет установлена мемориальная доска памяти в честь ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера России Алексея Осипова. На фасаде здания номер 27 по улице Советской появится мемориальная доска в честь памяти архитектора, члена Союза архитекторов СССР Александра Иванова.